Всем теплый привет с Гончаровки, одного из исторических районов города Харькова, прилегающих к центру. Завернем на улицу Конторскую, расположена в Новобаварском, ранее Октябрьском, административном районе города. До 1790 года улица носила название Бессалая. Даже после ее переименования в Краснооктябрьскую и спустя более 70 лет местные жители и старожилы ее часто называли именно Конторской. Тянется она вдоль правого берега реки Лопань. В застройке улицы сохранилось много домов первой половины XIX века. На просторах сети встретился стих, автора не знаю. Вдоль дороги в линию, кленов ровный ряд, тротуар, домишечки шеренгою стоят. Улица не длинная, двухэтажная, публика неспешная, вся вальяжная. Простучит пролеточка под собачий лай, прокричит мальчишечка: «Дядя, покатай!» Воробей на веточке уронит перо, кот брезгливой лапою тянется ведро. Воздух над брусчаткою солнцем раскален, вяло лист безрадостно бросил старый клен. Улица Конторская сотню лет назад, сонная околица, полусонный взгляд. Застраиваясь в 18-20 веках, Конторская соединяла район Холодной горы через мост с центром Харькова.
Мост был разрушен в годы Великой Отечественной войны, в связи с чем транспортное значение улицы значительно уменьшилось. Любителей Харькова приглашаю посмотреть плейлист моих роликов о городе. Благодарю вас за внимание, удачи и, как говорится, чтоб все было хорошо.